Массовая кампания иммунизации 2014 года проходила традиционно с октября по декабрь. За это время подстраховать свое здоровье решились порядка 600 тысяч человек, что составило 40,9% от всего населения области. К слову, число привитых в прошлом году 37%. Это говорит лишь о том, что люди стали чаще обращаться к вакцинопрофилактике, как одному из самых действенных методов борьбы с сезонными болезнями и простудами. И хотя сегодня по-прежнему существует множество мнений об эффективности подобного вмешательства в организм человека, все больше людей с наступлением холодов защищают иммунную систему именно таким способом. Если проанализировать итоги прошедшего эпидсезона заболеваемости гриппом и ОРВИ 2013-2014 годы, то можно сказать, что у нас, да, школы на карантин у нас не закрывались в связи с заболеваемостью учащихся острыми респираторными заболеваниями и гриппом. У нас ни в одном из контрольных городов не были достигнуты пороговые уровни начала эпидемического подъема. У нас не регистрировались случаи гриппа среди привитых лиц. С учетом, наверное, того, что проводили наши сотрудники много такой санитарно-просветительной работы, и поэтому до 1 ноября у нас было привито 75, ну, около 75, в некоторых учреждениях чуть выше, чем 75% организованных детей. Процедуру вакцинации смогли пройти все категории граждан. Пристальное внимание в рамках кампании было, конечно же, направлено на людей, которые входят в группы риска – дети, пенсионеры, медицинские работники, а также работники учреждений образования. Им была проведена иммунная стимуляция за счет республиканских бюджетных средств. Остальные желающие совершили процедуру на платной основе. Важно отметить, что большую заботу о своих сотрудниках проявили руководители предприятий города. Порядка 200 тысяч человек сделали прививки без каких-либо затрат. За счет средств республиканского бюджета у нас было привито 176,5 тысяч человек. В первую очередь прививки за эти средства выполнялись населению, относящемуся к группе риска повышенного развития осложнений после перенесенного заболевания. Это лица с хронической патологией, дети, взрослые, дети до 3 лет, это беременные женщины, лица с иммуносупрессией, лица старше 65 лет, а также медицинские работники и лица, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания и сотрудники этих учреждений. Предприятия с каждым годом все более активно прививаются против гриппа, прививают своих сотрудников, понимают важность этого мероприятия. Примерно на 1/3 в этом году мы привили больше, чем было привито в прошлом году. Массовая кампания вакцинации 2014 года подошла к концу. Позаботиться о зимнем иммунитете смогли все желающие. Активная работа по прививанию граждан, проводимая на протяжении 2 месяцев, сегодня дает все основания полагать, что предстоящий эпидсезон берестейцы переживут спокойно. Мы провели широкомасштабную кампанию иммунизации. Все, кто хотел, он привился. Мы максимально защитили наиболее уязвимые группы населения. И все организации здравоохранения, все поликлиники, они готовы к предстоящему эпидсезону. Поэтому я думаю, что мы переживем без каких-то потрясений и этот эпидсезон тоже. А уже окончательные итоги эффективности иммунизации мы сможем оценить не ранее мая месяца по завершении этого эпидсезона. Современные методы борьбы с инфекциями, которых сегодня великое множество, появление новых препаратов для укрепления организма – это далеко не все меры, предприняв которые человек может рассчитывать на полную защиту от внешних раздражителей. Именно поэтому забывать о таких вещах, как правильное питание, употребление витаминов, здоровый сон не стоит. Что же касается маленьких детей, то родители должны быть особенно бдительны. Не лишним для них будет прислушаться к простым советам врачей. В очередной раз напоминаем мамам: позаботьтесь о своих детках. Если это маленький ребенок, не надо его лишний раз тащить в места, где большое скопление людей. Избегайте магазинов, каких-то ярмарок. Сейчас очень много новогодней суеты, и обидно видеть, когда мама тащит ребенка в коляске, чтобы лишний раз сделать себе какую-то покупку. Конечно, если ваш ребенок ходит в детский сад, и вы видите, что у него начинаются первые признаки простуды и гриппа, оставьте такого ребенка дома. София Бережная, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.